Хочу запросити наступного нашого спікера. Це Азіза Хамідова, менеджер з корпоративної соціальної відповідальності медіагрупи 1+1. З презентацією про орієнтаційні екскурсії для школярів, проєкт ЗУЧ та Асоціація велосипедистів. Добрий день, я Азіза. Перед тем, как прийти сюда, я уточнила про целевую аудиторию. И мне сказали, что слушателями сегодня будут представители общественных организаций, в основном движений, и те, кто заинтересованы в сотрудничестве с крупными компаниями для поддержки их проектов. И, собственно, свой доклад я буду строить таким образом, чтобы, может быть, максимально как-то осветить этот вопрос. Начну с того, это моя первая презентация в Презикоме. Я подумала, раз уж мы идем в Федоров Хаб, то делать презентацию нужно тоже в чем-то более современном. Итак, начну с того, что все наши КСО направления 1+1 медиа, они подчинены стратегии корпоративной социальной ответственности. А стратегия корпоративной социальной ответственности, соответственно, подчинена стратегии маркетинга, потому что для нас КСО – это инструмент маркетинга. Здесь представлены три стратегических направления, всего у нас пять, но по трем я расскажу о проектах, там, где мы сотрудничаем с общественными организациями. Это зеленое направление, направление, которое называется Healthy Lifestyle, по популяризации здорового образа жизни как внутри компании, так и за ее пределами, и направление общества. По стратегическому направлению общества ярким примером нашего КСО является проект профориентационных экскурсий для школьников. Это экскурсии для школьников 4-9 класс, специально разработанные программы для того, чтобы школьники могли узнать о профессиях, задействованных на телевидении, и понять, что на телевидении это не только телеведущие, а много других специализаций, которые задействованы, это операторы, это сценаристы, как работает, как вообще выглядит зазеркалье телевизионное. Этот проект мы реализуем совместно с таким, ну, это общественное движение, это инициатива, социальная инициатива, которая называется Kids Guide. Почему мы работаем с Kids Guide и как мы выбирали Kids Guide? Мы не являемся, ну, на самом деле, мы не можем у себя на работе взять отдельного человека и на должность экскурсовода. Поэтому нам нужны были точки соприкосновения с каким-то движением, которым будет это интересно. Но в первую очередь у нас те проекты, которые я сегодня представлю, это не грантовые проекты. То есть мы не оплачиваем живыми деньгами услуги общественных организаций, не даем грант на них. Это чаще всего проходит в формате win-win. Мы понимаем, где наши основные точки соприкосновения. Например, Kids Guide – это проект, который направлен на… Они организовывают экскурсии для детей и их родителей. У них есть группа в социальных сетях, есть сайт, и для них они заинтересованы в привлечении целевой аудитории для своего проекта. А мы заинтересованы в налаженной безотказной работе и хорошей репутации. Может быть, вот если тут есть представители из общественных организаций, я думаю, вы знакомы с Марией Комиссаровой, она долгое время работала в такой организации, как Зорина Мрия, достаточно известная. Вот Мария, мы с ней активно, мы знаем, скажем так, ее репутационный капитал формировался давно, и поэтому, в принципе, это был одним из основных ключевых моментов, почему мы выбрали сотрудничество с Kids Guide. Kids Guide прописал нам проект и предложил нам полностью
механизм проведения профориентационной экскурсии. Связывался непосредственно с педагогами и разработал нам программу не просто на основании того, что мы можем дать, а максимально сопоставив спрос со стороны, ну, для нас целевой аудитории дети здесь. И основная проблематика состоит в том, что на момент окончания обучения в школе ребенок чаще всего принимает решение о поступлении не основываясь на каком-то кругозоре относительно разных специальностей, а, ну, по большому счету, это либо решение родителей, либо какие-то конъюнктурные специальности, куда он хочет поступить. И итогами сотрудничества является разработанная концепция проекта со стороны Kids Guide. Kids Guide нам организовывает коммуникацию с представителями школ. Зарегистрироваться на экскурсию можно с помощью нашего сайта. Далее заявка капает уже Kids Guide, и Kids Guide непосредственно связывается с представителями классов и приводит школьников к нам в назначенное время. То есть Kids Guide с ним берет на себя организационную составляющую этого проекта, ну, где-то на 30%. Дальше, когда класс приходит к нам на территорию 1+1, дальше уже мы берем на себя дальнейшее, ну, сопровождение детей. Ну, кроме того, там, чтобы вы понимали, нужна еще дополнительная документация со школы, подписанные, там, это называется список школьников и официальное письмо на имя нашего генерального директора, вот, директора школы. Поэтому вот как раз вот этими вопросами Kids Guide занимается, и он с нас снимает эти вещи, и поэтому, конечно же, нам интересно сотрудничать с общественными организациями в таком ключе. Нет, для детей это бесплатно, единственное, мы ограничены, потому что нам дают квоту 2 экскурсии в месяц, и начну просто это очень неудобно в нашем режиме, и поэтому это бесплатные экскурсии, но там достаточно высокая конкуренция попасть. Обычно в первый же день, там, наперед на полгода уже все забронировано. Ну, тут уже говорили, да, это очень яркий пример сотрудничества крупных компаний с «Зробимо Україну чистою» или с подобными движениями. Почему сотрудничают с этим? К сожалению, я вот не вижу представителей ЗУЧ сегодня здесь, но вы знаете, да, ЗУЧ знают все. И поэтому репутационные риски сотрудничества снижаются. Соответственно, ЗУЧ работает на своей репутации. Посотрудничать с масштабным каким-то проектом, который направлен на доброе дело, любая крупная компания захочет, потому что это, ну, репутационная такая склейка, которая позволяет еще отбрасывать тень на ту компанию, которая является спонсором, с точки зрения там формирования репутации. Так как мы сейчас активно, ну, дело в том, что, да, я немножко похвастаюсь, в феврале нашу компанию 1+1 Медиа была признана лучшей компанией в экологических практиках в международном жюри по версии конкурса бизнес-кейсов КСО. И мы, конечно, над своим, ну, зеленым имиджем, направлением работаем достаточно серьезные, у нас масштабные проекты в этом направлении, вот с точки зрения КСО. И, конечно же, подбирая какие-то внешние, ну, мы, если к нам обращается «Зробимо Україну чистою», мы ее поддерживаем. Мы поддерживали ее в позапрошлом году, ну, в смысле, не последний раз, а предпоследний раз. Потому что ну, мы медиакомпания, и поэтому мы там чередуются телеканалы, которые поддерживают ежегодно. Это фотография. Мы, кроме того, что убирали, еще развешивали скворечники. Это просто такая фишечка, которая позволяет сделать мероприятие интересным для наших сотрудников. Я еще не говорила об этом. У нас КСО делится на два
уровня – это внутренний инсайт и аутсайд. И если мы проводим какую-то программу, мы максимально рассматриваем вот эти вот два пласта и затачиваем каждое направление максимально интересное по целевой аудитории. Если это волонтерский проект, то мы к нему еще добавляем какие-то элементы, которые позволяют позволяют людям, которые принимают в нем участие, выносить из него какие-то дополнительные положительные эмоции. Ну, кроме того, что убираем, мы можем там, допустим, напечатать футболки или сделать наклейки. Мы делали такие шильды для ноутбуков, на которых написано «Я сберегаю древо, я не друкую без потреби». И мы эти шильды дарили тем, кто пришел на мероприятие непосредственно. И эти люди с удовольствием клеили их на свои ноутбуки и считали их заслуженными, потому что это мы не просто раздавали, а они их заслужили, и они себя уже к вот этому движению зеленому приобщали. А вот из последних таких совместных мероприятий, это у нас было не... В 2013 году мы выиграли в номинации «Лучший велоработодатель года» за предоставление условий для наших сотрудников, которые ездят на велосипедах. А в этом году, вот новый конкурс, который организовывался, мы приняли решение, раз уж мы крупная компания и можем быть выступить для кого-то примером, и тем более в 13-м нас так посчитали лучшими. Мы совместно с Ассоциацией велосипедистов Киева разработали такой осенью перед конкурсом, рассмотрели идею и сделали специальный репортаж, посвященный популяризации вообще велодвижения. А также провели несколько экскурсий на велосипедах для наших сотрудников. Ну, дело в том, что почему мы на сотрудников делаем акцент, не только потому, что это HR-практики, хотя это действительно очень важно, многие компании первым делом в КСУ вкладываются в проекты, направленные на сотрудников. Но дело в том, что мы медиа, и наши сотрудники в основном имеют очень большое количество подписантов в социальных сетях, они это лидеры мнений. И поэтому мы очень часто распространяем ту информацию, которая нам нужна. Например, мы сняли ролики экологические, популяризирующие моду выбрасывать бумагу в специальные контейнеры, например, или экономить воду, и распространяли их только через сотрудников наших. И в них снимались наши сотрудники, мы не привлекали звезд. Поэтому соцсети наших сотрудников – это для нас ресурс, по большому счету. Наверное, фотографии из соцсетей. Я здесь не добавила, пока я слушала предыдущие доклады, я вспомнила еще об одной инициативе, вот ко Дню Святого Николая, скоро запустится промо. Мы делали это в прошлом году, вся реклама, просмотренная во время прайм-тайм 19 декабря, эти деньги за счет просмотров мы их направили на покупку специальной центрифуги крови для больницы Ахмадет. Мы выбрали больницу Ахмадет, потому что это региональная больница, потому что мы, в смысле, национального масштаба, прошу прощения. Так как мы национальное телевидение, и для нас, конечно, это было адекватно и актуально нашей целевой аудитории, во-первых. А во-вторых, мы не являемся экспертами в специальном медицинском оборудовании. Мы эксперты в медиабизнесе. И поэтому здесь у нас было такое трехстороннее сотрудничество. Мы, Ахмадет и благотворительный фонд Крона. Критерием выбора благотворительный фонд Крона явилась их репутационная составляющая, то есть количество их проектов, мы их знаем давно. И они являются членами опекунского совета Ахмадет, и у них есть карта потребностей. Они понимают, кто может быть подрядчик, и у них уже были идеи, что необходимо купить. И более того, мы собрали 155 тысяч
А центрифуга стоила на 25 тысяч дороже. Они нам добавили даже денег, чтобы мы купили. Вот, в принципе, у меня все. Если есть вопросы, с удовольствием отвечу. Спасибо. Спасибо большое. У нас еще будет 15 минут на то, чтобы задать вопросы.